Сергей, почему на день рождения Анастасии Волочковой, своей подруги, в таком костюме? Где же корона, где блестки? Все-таки праздник. Дело в том, что костюм у меня торжественный. Потому что сегодня торжественное мероприятие. Наряд очень скромный. Ив Сен-Лоран скромный. Мне кажется, Ив Сен-Лоран вообще вот, это так нескромно и даже сильно нескромно. Анастасии, в день рождения вы уже преподнесли подарок. Это было синее платье. Нет, оно было фиолетовое. Но это было не в день рождения, а ко дню рождения. А в день рождения у меня другой подарок. Что в этой коробке? Ну, любая женщина любит украшения. Что бы ты ни подарил, там, машину, вертолет, самолет. Но если ты не подарил ей украшения, то, типа, все остальное нищетово. В коробке украшения с бриллиантами? Винтажные сережки, очень красивые. Причем камни ее любимого цвета. То есть все, как она любит. С некоторых пор вы дружите с Анастасией Волочковой. Вы любите критиковать звезд за стиль, за прически, за манеру одеваться. Настю, вы можете критиковать? От вас Анастасия критику принимает? Сереженька, у меня к тебе личная просьба. Да. Не мог бы ты уже в конце концов переодеть Анастасию Волочкову, пожалуйста? Ну это все уже эти кринолины, невозможно смотреть. Анастасия Волочкова, она не лечится. Это единственное, что не лечится в шоу-бизнесе. Я не критикую, я просто что-то говорю, например, она очень слушает внимательно. Но как Настю критиковать? Это то же самое, что взять Верку Сердючку, учить манерам каким-то и как одеваться. Она скажет, что идиоты, что ли. То есть мне кажется, что Настя, она не из той оперы женщин, которых надо критиковать или учить. Она в своем луке, она в своем образе, она в своем стайле. Иногда совершенно, я думаю, это как? Но я-то ее понимаю, потому что мне приходится играть такие роли иногда, что я думаю, как это вообще можно носить. Но я это делаю, потому что народу надо что? Народу надо праздник. Народ, он всегда ждет какой-то эффект неожиданности от артистов. Так же, как и от вас, так и от Насти. От меня, от Насти, от других тоже. Потому что Филипп тоже вставляет, знаете, как оденет что-нибудь, так хоть стой, хоть падай, да? Или на Баскова посмотришь, думаешь, господи, ну как же так можно было одеться на такой бампер? Такой костюм, но все это необходимо, потому что это все для народа.